еще, это неправильный ответ. Зайка. Подскажу вам, первое слово тратить. Тратить. Правильно, это правильно, свидетель тратит деньги. Так, хорошо, любимое блюдо жениха. Голубцы! Голубцы, все верно. Сегодня она как раз на росписи, мы клялись научиться вкусно готовить. Так, хорошо, дальше. Как записаны они друг у друга в телефоне? Любимый и... И любимая, все верно. Фамилия невесты, быстро. Нет, Игнатьев! Игнатьев, все верно, конечно. А, дальше, на что надеется жених, делая предложение? На голубцы, все верно, да, свидетелю, браво. Так, и, конечно же, что ответила наша невеста? Самое употребляемое слово на свадьбе? Горько, все верно, горько нашим молодым. Горько, ну а пока не целуемся. Я вручаю сертификаты. Посмотрите, в моих руках сейчас находятся сертификаты, которые не передаются из рук.